Всем доброе утро. Сегодня собралось у нас 8 котов на кормление. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. И вот 9-й черный кот появился большой, да? Сегодня тучи на небе. Плохое освещение, получится не очень ярко. Вот у нас кошечка артистка. Оп. Продолжаем съемки. Вот хорошая кошечка тоже. Так, коты перестали драться. Вот хороший котик, бросим ему. Ну, коты дерутся опять. Ну а кто схватил корм? Или кто-то схватил корм или нет? Кошечка стоит красивая, да. Вот громадный рыжий котик. Рыжак, на, возьми котик. Кошечка-артистка все захватывает себе. Черный котик, на, возьми. Ну, она все себе забирает. Так, возьму сейчас два кусочка. Один брошу кошечке этой. И вот этой кошечке. Вон лежит, не спи. Все. Вот лежит кусок. Какой-нибудь кот захватит кусок. Вот лежит. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот лежит же. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот лежит. Кушай, кушай. Вот, котик на лапах прыгает. Так надо быстрее дать ей. А то она может меня расцарапать. Уже было. Уже было, что кошка меня расцарапывала. Она прыгает. Иди сюда, котик. Оп. Алло, оп. Молодец, котик как долго стоит у нас, посмотрите, на лапах, ого. Ну-ну-ну, вот еще, оп. Все. Что, 10-й кот подошел еще? Похоже на то, да, 10-й кот подошел. Оп. Так, осторожно, чтобы кот не прыгал. А то кошка прыгнет и вырвет у меня с когтями своими все, что надо. Не надо выгнать. Вон лежит же рядом с тобой, котик. Последний кусочек у меня уже, да? Стоим на лапах, держим, позицию. Я руку повыше поднял, чтобы кот не прыгнул. Стоим, стоим. Молодец, вот оп. Руки жирные. От сосисок. Вот сосисочка. Вот кусок сосиски лежит. Котик. Котик, вот кусок сосиски лежит. Вот сосиска лежит. Посмотри, кот. Вот. Так, ну драться не надо. Котик. Белый котик. Вот рядом с тобой лежит кусочек сосиски. Все видят. Вот кругленький кусочек сосиски. А ты его не хочешь кушать? Или ты хочешь с кошкой поругаться? Ой-ой-ой, вот две кошки, обе доминирующие. Вот кусочек же перед тобой лежит. Киса, киса, вот кусочек перед тобой лежит. Кушай, кушай. Вот кусочек лежит перед тобой. Ты не хочешь кушать, а вот кошечек. На, кушай, кис-кис-кис-кис. Вот кусочек, киса, 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 киса. Котов нюха нету, посмотрите, вот лежит кусок, котик. Да вот же кусок лежит. Под тобой, под лапами, у тебя лежит кусочек колбаски. А ты плачешь. Ладно, найдете пока. Вот котик наш красивый. Надеюсь, его не прогонит кошечка. Котик так боится, несчастный уже. Боком встал. Иди, иди, котик. Тут лежит колбаска. Иди, ищи колбаску, котик. Да, давай, давайте, до 5 кота. Ну. Кот не дает котов снимать. Ну, посмотрите. Эти разборки мне напоминают, как в театральной труппе, когда там Большого театра были тоже разборки между артистами. Такого красивого котика не дает мне снимать. Ну, ну, другие коты у нас сидят. Коты боятся уже. Коты просто боятся видеосъемки. Знают, что вот громадный черный кот.
кися хорошая. И этот уходит. Посмотрите, побежала за ним, да бьет его. Да что ж такое? Вот это да. Так я не могу других котов, получается, снимать. Только тебя, да, кошечка? Ну, тогда ты должна... Тогда научу тебя новым каким-нибудь фокусом. А вот котик, спокойно сейчас можно снять красивого кота, да? Тут кошечка ушла. Кошечка нашла кусочек колбаски. Вот котик у нас сидит в зарослях, как всегда. Один кот спрятался в зарослях, в засаде, да? Будет проходить собака, кот может наброситься, неожиданно. Вот наш рыженький. Рыженький котик, ой. А вот уже все, его отгоняют от камеры. Посмотрите, это... Да, если бы мне кто-то такое рассказал, я бы не поверил. Я бы просто не поверил. Но это есть, это факт. Когда кошка видит, что я начинаю снимать какого-либо кота, следует небольшой мордобой. Вот я снимаю сейчас черненького котика, но он сам убежал, он уже понял. Он уже понял, чем ему грозят когти. И вот кошечка. Милый зверек с острыми когтями. Вот белая кошечка наблюдает за ситуацией. Вот рыженький котик. Тут даже два их. Один маленький, поменьше. Другой матерый кот. О, кошечка улеглась. Это такая редкость, да-да. Кошечка улягла. Лежи, кошечка. Ну, ставим лайки и подписываемся на канал.